коллеги, начинаем после матча пресс-конференцию. Завершился поединок 6-го тура Олимпиады России по футболу. Владимирская Торпеда со счетом 3-0 обыграла футбольный клуб Муром. И на ваши вопросы готов ответить главный тренер муромского коллектива, хорошо нам известный Владимир Валерьевич Казаков. Владимир Валерьевич, комментарий по игре. 3-0. Что не получилось в сегодняшнем матче? Не получилось, пожалуй, во-первых, старт, да. То есть мы команде Торпеда сразу дали такое ощутимое преимущество 2-0. И ошибки на самом деле такие очень простые, я считаю, у нас. Ну и по тем играм у нас есть проблемы в центральной зоне обороны, потому что нам очень легко забиваются голы, при, там, не после каких-то там особо, комбинаций, розыгрыша. Да, просто выносится мяч, и то есть человек убегает один в один. То есть не с какой-то, еще раз подчеркиваю, комбинацией. Да, но ничего. Это, мы дали преимущество, конечно. Потом, опять же, хотелось бы сказать, что моментов-то мы создали не меньше, только их надо забивать. То есть мы должны были вести 1-0, по идее, да, после как в пустые ворота не попадаем. Мы проигрываем 0-2. То есть, и, конечно, поле, надо сказать, очень низкого качества, да, поэтому просто я на самом деле, наверное, в последнее время никогда такого поля здесь не видел. Настолько жесткое, и то есть мяч дробит. На самом деле, я считаю, что наши футболисты так и не приспособились к нему. Чтобы играть качественный футбол, на этом поле очень сложно. Да. Игра вся свелась к единоборствам, которые, к сожалению, мы проиграли. То есть ребята не смогли подстроиться именно, потому что очень много было нелогичных каких-то отскоков, много, еще раз говорю, борьбы. Поэтому я считаю, что соперник заслуженно победил. Хотя мы могли и во втором тайме развернуть игру, забей там выход один в один. Очень хорошо, хорошая комбинация. То есть, но не получилось. Пропустили уже там, понятно, что шли ва-банк где-то, да, и пропустили контратаку. 0-3. Поэтому поздравляю хозяев с победой. Но нам еще надо много работать. Спасибо, коллеги. Вопросы? Ольга. Владимирские новости, Ольга. У вас новый состав в этом сезоне, у Владимирского Торпеда новый состав в этом сезоне, и как-то у вас, вы находитесь в конце турнирной таблицы, вы сделали ставку не на тех игроков, или это повезло Владимирскому Торпеду, что они забрали лучших? Нет, я бы не сказал, что они забрали лучших, на самом деле, я думаю, что по уровню мастерства футболистов мы как минимум не хуже, да, просто, во-первых, мое мнение еще, что все-таки календарь нас чуть-чуть тоже у нас попал старт все-таки с такими командами сразу. И где-то ребята потеряли какую-то уверенность, которую, знаете, тоже ведь с победами приходит уверенность как-то, и она нарастает от игры к игре. То мы попали в ситуацию такую наоборот. То есть мы вроде бы в каждой игре там в Иванове не заслуживали поражения, но проиграли. В Чертаново то же самое. Пропустили там необязательный, хотя должны были там при счете 2-2 забивать. И от этого ребят тоже чуть-чуть, психологически, я считаю, чуть-чуть надломлены. То есть они ожидали другого результата, получился в одной, другой игре. Но это бывают такие моменты тяжелые, это нам надо все вместе их пережить и двигаться дальше. Вы с Дмитрием Везмикиным давно знаете друг друга, оцените его как тренера. Оценим, наверное, после сезона. Я очень рад за него, что у него такой удачный старт с этой командой. То есть я ему желаю обязательно успехов, потому что мы друзья по жизни и только рад за него. Еще вопрос, коллеги. Владимирович, наверстать упущенное, когда планируете, в кратчайший срок или только уже к концу сезона? Тут уж загадывать очень сложно на самом деле, да, но мы очень хотим как можно быстрее включиться в борьбу, да, потому что... Может, заявления у вас были такие серьезные? Заявления были, может быть, это тоже на ребят, я скажу, чуть-чуть давит, потому что, может быть, и тем более чуть-чуть не пошло, и поэтому эти заявления подкреплять надо, на самом деле, сначала качественной игрой, а потом уже посмотрим, будем двигаться дальше. Владимир Ильич, вопрос немножко, может, провокационный. Опыт работы в московском Торпедо, когда у вас не сложилось в начале сезона и последовала довольно-таки быстрая отставка. Насколько велик кредит доверия в Муроме? Это больше вопрос, наверное, к нашему главе, да, то есть если какие-то будут варианты. Но на самом деле
Если вы помните, Торпедо Москва потом этим составом вышла в премьер-лигу, да. Поэтому... Еще вопрос, коллеги. Все, тогда заканчиваем конференцию. До свидания.